Всем привет. Раз, раз, раз. Так, всем привет. На самом деле мы ожидали, что придет два человека, так что, Пола, ты выиграл. Мы будем рассказывать вам про портирование JavaScript на Эльбрус. Собственно, доклад будет про что? Он будет про, в основном про Эльбрус. Будет, про, конечно же, про JavaScript, про движок V8, про SpiderMonkey, про внутреннее представление этих движков, внутреннее устройство и, конечно, про наш опыт портирования такого сложного динамичного языка JavaScript на такую экзотическую архитектуру Эльбрус. Кто мы такие, чтобы это представлять? Вот, мы представляем компанию Unipro. Нам в этом году 25 лет. Вот, мы участвовали в разработке Java, Compatibility Kit, Java корпорация Cymac Systems 1996 года. Реинкарнировали Apache Harmony, тоже еще одну JVM. Вот, тестировали Dart для Google, и сейчас продолжаем тестировать, разработали Java под Эльбрус. И наконец-то мы добрались и вот сделали JavaScript под Эльбрус и продолжаем его делать. Вот, начнем мы с понимания, что же такое Эльбрус. Вот. Вот. Для того, чтобы понять, что это такое, мы сравним его с стандартной архитектурой x86, которая сейчас представлена на рынке. И первое различие состоит в том, что Эльбрус — это влив-архитектура, в отличие от суперскалярного x86. Для того, чтобы это продемонстрировать, пойдем хорошие метафоры. Вот так представляется, мы представляем себе ваш Intel. То есть это такая мясорубка, в которую вы накидываете, собственно, мясо в виде кода. Дальше это мясо перемалывается с помощью вашего процессора в микрооперации, которые затем исполняются. Соответственно, эта мясорубка является узким местом. Для того, чтобы продемонстрировать Эльбрус, приведем другую метафору. Вот у вас есть такая куча, и допустим, что это куча ваш код. Вот. И вам, собственно, нужно этот код перекидать. Вот. Можно кидать его одной лопатой или одной киркой, а можно кидать таким ковшом из четырех кирок. Вот. И это будет гораздо эффективнее. Соответственно, в этом и различие. У Intel одна кирка, и, соответственно, он исполняет все в одно. И потом как-то пытается параллелить мясорубка. А Эльбрус, он позволяет планировать независимые команды на независимое устройство и затем исполнять. Но иногда бывает, конечно, вот так, что кто-то один работает, а все остальные стоят. Вот для того, чтобы продемонстрировать, как же выглядит Эльбрус со стороны уже ближе к железу, то есть ассемблера, присматриваем такую функцию, которая делает какие-то вещественные вычисления. Вот, и видим, что вот как у нас выглядит код для Эльбруса. Это ассемблерный код. Вот этими прямоугольничками обозначаются широкие команды. То есть весь код формируется в так называемые бандлы. Вот этот один бандл — это одна инструкция, которая исполняется за один условный такт. Вот, соответственно, в ней много маленьких инструкций, которые вы сами планируете. Они исполняются независимо и сразу. Вот видим, в самом начале у нас есть инструкция return, которая подготавливает переход. То есть означает, что когда мы выйдем из этой функции, мы должны куда-то вернуться, она же не в воздухе висит. Вот. Соответственно, мы подготавливаем этот переход вот в регистр CPR3. Дальше мы независимо делаем 4 загрузки из памяти. Это мы загружаем поле a.x, b.x, a.y, b.y. Затем мы выполняем вещественное умножение, вещественное сложение. Аппарат делаем аппаратную инструкцию вычисления квадратного корня. И затем, собственно, делаем переход, куда мы хотели. Второе отличие в том, что Эльбрус у нас, так как он влив, у него очень много регистров. Вот, в отличие от 86, где их очень мало. Следующее различие – это Эльбрус – это явная спекулятивность, в отличие от неявной спекулятивности на x86. Что это означает? Рассмотрим такую функцию foo, и она принимает параметр a, и в зависимости от того, является ли это параметр нулевым, то мы возвращаем 0, а если нет, то вот читаем поле bar из переменной a. Соответственно, если бы мы использовали спекулятивность, то мы могли выполнить действие, которое незаконное, то есть прочитать значение поля bar еще до того момента, как будет известно, является ли a нулевым или нет. Вот такая штука называется спекулятивностью, и в Эльбрусе вы можете написать код ассемблерный, прямо как на второй картинке, а не как в первой для Intel. То есть вы можете явно на это сказать. Также Эльбрус поддерживает условное исполнение. Вот, ближайший аналог x86 — это инструкция conditional move. Также перейдем на это на примере. Вот у нас есть, собственно, предыдущая наша функция. И как мы можем это трансформировать, собственно, в наши всего лишь две команды, которые будут исполняться за два условных такта.
мы для начала посчитаем значение предиката. Предикат это можно ассоциировать как просто с регистром, который хранит значение либо true, либо false. Мы посмотрим, является ли A нулевым или нет. Положим это значение в P1. В это же время мы загрузим значение A.bar. И затем в конце просто мувнем результат, который нам нужен. Это называется if-конверсией. То есть мы свернули if в, собственно, управление данными. Вот, так как Эльбрус является защищенной архитектурой, вот, у него есть аж 3 аппаратных стека, 2 из которых запрещено модифицировать программисту. То есть либо через операционную систему, через системный вызов, либо только железка может их обрабатывать. Вот, на x86 у вас есть один общедоступный стек, в который пишут и читают все. Вот, поэтому это порождает многие уязвимости. На примере. Вот у нас есть функция foo, у нас есть параметр a, есть локальная переменная b, вот, и есть адрес назад, куда нужно вернуться. Вот, соответственно, локальные переменные лежат на стеке, вот, структура фрейма лежит на стеке, return адрес лежит на стеке. В отличие от Эльбруса. В Эльбрусе у нас есть стек регистров, в котором лежат параметры, через которые они передаются. Вот у нас есть chain стек, который является защищенным. В этом стеке хранятся адреса возвратов из функции, куда нужно будет вернуться. И есть юзерский стек, вот стек пользовательской информации, в котором мы, собственно, храним наши вот локальные переменные. Вот, к сожалению, пока что на Эльбрусе нет динамического предсказателя переходов. Используется схема с if-конверсией и подготовками переходов, чтобы конвейер не стопорился. Вот, а в x86 есть предсказатель переходов. Вот, в связи с этим возникает вопрос, типа, зачем нам Эльбрус и JavaScript? Казалось бы, там, для военных, что военные, что ли, пишут, там, не знаю, что-то на JavaScript. Оказывается, что нужен. И почему? Первая очередь – это, конечно же, импортозамещение. Вот. Во вторую, Эльбрус планируется выпускать не только как для госсектора, но и как домашний компьютер там, для каких-то менее важных стратегических направлений. Вот. Поэтому вам нужен все равно браузер, в который можете там заходить, и, как следствие, вам нужен JavaScript. Во-вторых, Node и JavaScript начинают использоваться в промышленности активно, ссылочка в конце. Вот. Поэтому, собственно, поддержать его тоже необходимо. Ну и, конечно же, главный пункт – это развитие, собственно, архитектуры самого Эльбруса, понимание, на что она способна, что нет, и развитие, собственно, умов в России. А как же мы все это реализовывали? Наверное, Вячеслав Егоров нам, наверное, все уже рассказал про то, как устроена V8, вот, и мы взяли именно ее за основу первой реализации JavaScript на Эльбрусе. Я немного напомню. У нас есть исходный код, он трансформируется в абстрактное синтаксическое дерево. Дальше у вас есть два пути. У вас есть мини-оптимизированный код, то есть когда функция холодная, она исполнялась мало раз, вы компилируете его full-кодигеном и получаете неоптимизированный код. Если функция уже горячая, исполнялась много раз, то вы компилируете его кроншафтом и получаете оптимизированный код. То есть есть только два компилятора и нет интерпретатора. Кто из зала знает, почему это было краеугольным камнем V8, почему в V8 не было первоначального интерпретатора? Это было прям ключевым понятием, почему не было байткода. Кто-нибудь? Ивал. Да нет, ну можно интерпретировать, почему. На самом деле Ларс Барк считал, что JavaScript настолько динамичный язык, что просто что-то написать, это и сжать просто джизипом, да? Это получится меньше, чем писать для этого байткод. Вот, но мы знаем все, что он ошибался. Вот, full-кодиген устроен следующим образом, который мы начали портировать. Есть просто ноды из абстрактного синтаксического дерева, которые мы обязаны для них сгенерить для каждой бинарный код, затем мы склеиваем это все вместе и, собственно, исполняем нашу программу. Вот, собственно, почему full-кодиген, а не что-то другое? Одна такая нода, она представляет собой примерно 300 строчек кода на макроассемблере, то есть такой высокоуровневый ассемблер. И, соответственно, 300 строчек – это довольно много, и для Эльбруса это очень хорошо, потому что мы получаем большой горизонт оптимизации. То есть на этом вот объеме мы можем этим ковшом разгребать довольно много инструкций. Вот. Нет интерпретатора означает, что у нас нет переходов в Эльбрусе. Вот. И мы, достаточно, можем удачно ничего не планировать, то есть не подготавливать переходы, а просто исполнять сразу весь скрипт. Вот. В-третьих, он очень простой, то есть никаких замысловатых оптимизаций там нету. Но это же и проблема в том, что в нем очень много кода на макроассемблере, который придется для Эльбруса взять и переписать.
Но мы все это сделали и получили вот FullQDGen версии 1.0. Для того, чтобы ничего не копировать, мы все сделали через C++ Runtime, все, что могли. Вот. Не делали никаких оптимизаций. Взяли код, посмотрели, как он выглядит на Intel, ассемблерный, переписали на Elbrus, вот как вот взяли и переписали. Вот. И получили в итоге не то, что мы хотели, получили Жигули с Эльбрусом внутри, вот, и она работала крайне медленно. Вот, нам это не понравилось, и мы выпустили версию 1.1. Что мы сделали? Мы все переписали, что вызывалось через C++ на рантайм, мы переписали на макроассемблер. Сделали ручную if-конверсию, о которой я говорил в начале. Вот. Для примера хочу предоставить вам это кусочек ассемблерного кода на C++, вот, который генерируется. Это стаб, который делает преобразование JS-value в true или false. Вот пустой строчкой обозначено начало и конец бандла, то есть широкой команды. Мы видим, что мы проверяем, что является ли значение наном, undefined, там, null, является ли это маленьким интеджером, и этот интеджер является нулевым за один раз. Вот. Для Intel пришлось бы городить кучу ифов с прыжками. Для Эльбруса все за один раз. Вот. Ну и, собственно, поняли, как писать код на Эльбрус. Переписали стабы уже более умно. Вот. И реализовали быстрые пути, где это было возможно. Вот. Какие же результаты мы получили? У нас были тесты Google Octane. Сейчас они не используются большой промышленностью, но все еще показывают производительность дисков нормально. Вот, со стороны Эльбрус у нас довольно старый Эльбрус, E2S, 750 МГц. Вот, и со стороны Intel это будет Intel Core i7. Вот, представлена разница в отношении, то есть во сколько раз Эльбрус хуже Intel. Вот. На самом деле, если учитывать разницу частот, то получается довольно неплохо. Вот. То есть мы видим, что в среднем мы проигрываем где-то в 7 раз. Вот. Но на двух бенчмарках, на бенчмарках Crypto и на бенчмарке Zlib, мы проигрываем очень сильно. Вот. Это связано с тем, что в Эльбрус пока что не ввели еще аппаратные инструкции для работы с шифрованием. Вот. Поэтому мы там сильно проигрываем. А так, в принципе, получилось неплохо. Вот. И также на Эльбрусе был интерпретер JavaScript, который написан просто на C++. Это здоровенный свитч просто. Вот. И, собственно, соревнуясь с ним, мы вот увидели, что довольно неплохие результаты, кроме одного бенчмарка, который просто показывает, сколько latency до первого исполнения. На нем мы, конечно же, просели, а во всем остальном мы получили перформанс довольно хороший. Вот. И, собственно, что получили? Мы получили готовый JS-движок на основе FullQDGen. Мы проходим официальное тестирование Test-262, то есть имеем право называться JavaScript-ом. У нас перформанс в 5,2 раза лучше, чем был предыдущий на Эльбрусе с помощью интерпретатора. И в качестве просто примера мы взяли еще и портировали Node.js. То есть Node.js — это просто V8 плюс C++ обвязка. Вот мы взяли и портировали. Но вот мы по-прежнему хуже, чем Core i7 на FullQDGen примерно в 7 раз. Вот, собственно, мы такие счастливые сидели и думали, что вот все, мы сделали FullQDGen, осталось сделать кронштадт, и все будет отлично. Вот, как вдруг Google объявляет, что FullQDGen и кронштадт типа являются больше неиспользуемыми и в ближайшем релизе будут удалены. Вот, нас это очень опечалило, и, собственно, мы получили заказ в это же время на разработку браузера Firefox, вот, и приступили к его развитию. Об этом сейчас нам расскажет Владимир. Всем привет еще раз. Да, как Дмитрий сказал, мой доклад будет о Firefox, ну, вернее, не о самом Firefox, а о JavaScript-движке, который он использует, а это SpiderMonkey. Ну, то есть для начала мы рассмотрим, собственно, некоторые отличия с современным V8. То есть, как вы можете увидеть, верхний уровень он мало отличается, ваш JavaScript-код, он парсится в абстрактное синтаксическое дерево и потом в байт-код. Ну, а дальше идут уже некоторые различия. То есть SpiderMonkey, он, можно сказать, такое трехуровневое исполнение у него. На первом уровне идет плюсовый интерпретатор. Как Дима сказал уже, это такой большой свитч, который прыгает, по сути, между каждым байткодом, то есть совершает прыжки. Дальше идет неоптимизирующий компилятор, который называется Baseline. Ну и, собственно, завершает все это трехуровневое исполнение уже такой агрессивный оптимизирующий компилятор, который называется Ion. Вот. В V8 же там используется только интерпретатор Ignition и, собственно, оптимизирующий компилятор TurboFan. Вот. Ну, поскольку начинать надо с малого, начали мы, соответственно, с бейзлайна, конечно же. Ну и что же он из себя представляет, возможно, вам интересно. То есть бейзлайн — это стековая машина. То есть кто-нибудь знает, что это значит? Отлично. Ладно. Ну, в общем, стековая машина, собственно, это означает то, что любая операция, она
для того, чтобы исполниться, она берет свои операнды на стеке и, собственно, результат на стеке возвращает. То есть на таком простом примере, который никак, возможно, с жизнью не связан, вот мы рассмотрим, во-первых, какой байткод генерится, и, во-вторых, что, собственно, внутри машины происходит. Ну, то есть построчно вот так вот. Создали локальную переменную B и присвоили ей 5. То есть int 8 — это создание пятерки. Как мы видим справа, она на стек запушилась, сохранилась затем в локальную переменную B. Ну и, собственно, со стека она убралась, как и должно быть. Далее, чтобы сложить все это строечкой, мы опять же достаем локальную переменную, пушим ее на стек, пушим на стек тройку, вызываем inline cache, про который вы, наверное, тоже уже не раз слышали, который у нас выполняет бинарные арифметические операции. Ну и, собственно, этот inline cache, опять же, результат свой возвращает на стек, с которого мы благополучно потом его попаем и, собственно, используем регистр уже, который отвечает за возвращаемое значение. Вот. Во всем этом деле вы могли увидеть такое слово, как фрейм, вот, и задаться вопросом. То есть Дима там уже упоминал как-то так вскользь, что есть там какие-то фреймы, но хотелось бы понять, собственно, для чего эти фреймы, собственно, существуют. Фрейм, он, можно сказать, если так совсем грубо, это такой JavaScript контекст на железе. То есть он описывает, собственно, вашу функцию, но на аппаратном стеке. То есть вот, как мы видим, у вас есть функция foo, которая принимает аргумент, и значит на фрейме у нас будут лежать ее аргументы, собственно, количество этих аргументов, описание вот этого всего фрейма предыдущего, который вызвал у вас функцию foo, ну и адрес возврата, куда из foo нам нужно вернуться, потому что она, опять же, не висит в воздухе. Ну а далее, собственно, начинается уже сам фрейм функции foo, то есть это указатель на предыдущий фрейм, чтобы мы могли, собственно, доступиться там до аргументов или до какой-то еще метаинформации, нужной нам в дальнейшем, локальные переменные b и c, ну и другие, которые, возможно, там могут быть. Ну и, собственно, само состояние текущее вашей машины, то есть там операнды, которые в данный момент и дальше будут использоваться уже. Вот. Какие мы можем ответить достоинства у бейзлайна? То есть бейзлайн, как я уже сказал, достаточно сильно похож на full-codeGen, поэтому нам опыт портирования full-codeGen достаточно сильно пригодился в этом моменте. Но вот это единственное отличие, то есть в бейзлайне используется байткод, в отличие от full-codeGen, в котором сразу компилируется абстрактное синтаксическое дерево, по сути. Ну, то есть это как плюс, так и минус, потому что плюс заключается в том, что все байткоды, они реализованы уже на макроассемблере, и чтобы его поддержать, мы просто должны реализовать макроассемблер. То есть нам не надо писать большие куски кода на макроассемблере, чтобы у нас что-то заработало. То есть мы реализуем макроассемблер, получаем рабочий компилятор. Отлично. Вот. Но отсюда же вытекает и такой недостаток, как то, что у кода большая, так сказать, гранулярность и линейность. То есть пока мы один байткод не выполнили, следующий байткод мы выполнить уже не можем. Ну и для Эльбруса это не очень, потому что все-таки такая, можно сказать, параллельная архитектура, и хотелось бы, чтобы как можно больше кода мы могли за раз исполнять. Вот. Одним из достоинств также стековой машины можно назвать то, что удобно отлаживаться. Я не знаю, предстояло ли вам когда-нибудь такое, но, в общем, у нас есть рабочая версия на x86, смотрим стек там, смотрим стек у себя, какие-то ошибки, пытаемся вычислить, а что, собственно, не так мы сделали. Ну и, опять же, любой inline-кэш, любой кусок кода мы можем переписать на макроассемблер, ну и повысить, так сказать, производительность. Единственным здесь недостатком является то, что этот макроассемблер уже особо не пооптимизировать, потому что пишем на макроассемблере, по сути, это уже поток битов, который у вас машина будет исполнять, и никакие оптимизации высокого уровня, понятно, вы на нем уже не сделаете. Собственно, про портирование тут мало что было сказано. Возможно, вы захотите там внезапно портировать, допустим, бейзлайн на какую-нибудь архитектуру, на которой его еще нету. Ну и, собственно, с чего можно было бы начать? Начать можно было бы с трамплинов. Это так называемые архитектурно-зависимые стабы, которые, например, представляют из себя EnterJIT и VMWrapper. Что они, собственно, означают? Они означают то, что вы хотите из плюсового интерпретатора, то есть из плюсового кода, перейти уже в код, который вы сгенерили на ассемблере для для вашей машины. И вот этот стаб, он предназначен для того, чтобы поддержать как раз бинарный интерфейс, чтобы на каждом регистре у вас лежало то, что нужно машинам, и на стеке лежало, собственно, тоже то, что нужно. Ну и обратная сторона медали — это вот VMWrapper, то есть когда вы из JS-кода уже хотите прыгнуть в плюсовый код. Также
следующим шагом. Собственно, реализовали вы уже два вот этих больших стаба, можно реализовать пролог метода. То есть пролог метода, он одинаковый любой JavaScript функции, ну и на нем лежит такая задача, собственно, как создание фрейма, то есть в этот момент у вас выделяется место на стеке, туда кладутся все локальные переменные, которые у вас будут использоваться, ну и, собственно, пока они не инициализированы, они у вас undefined. Ну и в нашем случае с Эльбрусом нам нужно выделять стек, потому что Эльбрусовский стек, он, по сути, это просто кусок памяти. То есть таких операций, как push и pop, как на Intel, там нету. То есть в нашем случае push и pop — это запись в память там и, так сказать, модификация указателя, который на эту память указывает. Реализовали кучу макроассемблера. Жутко скучно, на самом деле. Непонятно вообще, кто может такой работой заниматься. Отшлифовали все это, чтобы блестело. Ну и первые результаты представлены, собственно, на графике. Опять же, на тестах Octane. Ну, как видно, в принципе, первый блин, ну, не так уж, чтобы и кобом. То есть в три раза ускорение мы примерно получили, если говорить об этом. Ну и, собственно, а что же, собственно, делать дальше? На самом деле, Octane, ну, такая, в принципе, для нас удобная сюита, но не все возможности JavaScript она поддерживает. То есть там нет исключений, допустим. Ну, а их поддержать, понятно, на нашей архитектуре надо. И эта поддержка, она несколько отличается от поддержки обработки исключений на Intel. В чем же тут, собственно, дело? Ну, то есть вот давайте рассмотрим такой код. Есть у вас какой-то там call stack функций. Ну, и известно, что вот у вас есть catch в какой-то момент, и выкидывается исключение. Это значит, что у нас на chain-стеке Эльбруса будет лежать вот эти n адресов возврата, которые мы прошли. Вот. Ну, как сказал Дмитрий, никуда с этого стека они сдеться не могут, если мы не сделали return. Ну, то есть поехали. В чем же, собственно, тут дело? Ну, то есть кидаем исключение, вызываем для этого рантайм, обрабатываем все это, ну и, собственно, прыгаем в обработчик исключения уже такой рантаймовый. В этом обработчике исключений используются фреймы, про которые я вам рассказывал, чтобы найти, а где мы будем обрабатывать это исключение. Как только мы его нашли, начинается головная боль некоторая, потому что на Intel мы просто отматываем стек до нужного нам состояния и меняем адрес возврата на то место в коде, где у нас будет, собственно, это исключение обрабатываться. На Эльбрусе такой фокус не прокатит, потому что chain stack, мы его с ним сделать ничего не можем, нам нужны системные вызовы. Мы считаем, сколько же нам нужно отмотать на нем, делаем системный вызов, чтобы его получить, заменяем на нем адреса на такой, можно сказать, хак, то есть на код, который просто вам будет делать возврат. То есть он просто делает return и кроме этого ничего не делает. Такой некий overhead. Ну, собственно, медленно, но верно подходим к тому, что исключение у нас обработается. Ну, вроде бы звучит, ну, так, достаточно не страшно, да? Ну, что же на деле? Ну, то есть рассмотрим вот Intel, как я и сказал. То есть выкинули исключение, сразу так, по большой стрелочке прыгнули и попали в обработчик. Здорово. Что будет у нас на Эльбрусе? Мы прыгаем сначала один раз, второй раз, прыгаем, 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 ну и добрались, собственно, до самого обработчика. Ну и здесь какая мораль у всего этого? То есть если вам нужна была там 1001 причина, почему не стоит организовывать логику на исключениях, то вот вам 1001 причина, почему на Эльбрусе это не стоит делать и подавно. Вот. Собственно, реализовали обработку исключений, там еще какие-то огрехи пофиксили. Ну и можно приступить, собственно, уже к какой-то оптимизации, там, чтобы получить перформанс какой-никакой. То есть переписываем онлайн-кэши все, как и в FullQDGen, и расставляем задержки. Задержки, ну, это такая вещь, она, опять же, такая более железная. О чем здесь речь? То есть вот кусок кода, который у нас там, помните, может быть, в начале доклада перемножал несколько чиселок там и брал от них корень, в общем. Вот, суть в чем? Операция загрузки, она на любом процессоре, но она не делается за один такт. То есть в нашем случае операция загрузки делается 3 такта. И если мы пришли в умножение вот этой того, что мы хотели загрузить и перемножить, а у нас еще оно не загрузилось, то процессор такой, ага, у нас еще не загрузилось, придется ждать, подожду-ка я, ну и будет ждать он на самом деле количество тактов, которое кратно 4. То есть в нашем случае это 4 такта в первом случае, ну и, собственно, после перемножения он будет ждать еще 8 тактов, потому что само перемножение, оно делается 5 тактов. Вот, то есть нам нужно вручную расставить здесь задержки в нашем случае. Ну вот, расставили задержки, получили ожидания 2 такта, 5 тактов, то есть получается в 2 раза примерно меньше, чем это было до этого.
Ну, понятно, что мы вроде как программисты, да, тут, и вручную такими делами заниматься, наверное, ну, не камильфо. Ну, поэтому все-таки мы автоматизировали этот процесс, ну, и еще какие-то бонусы с этого поимели. Ну, а также, собственно, последним шагом у нас был вынос подготовок переходов, о которых уже тоже было сказано. То есть мы не можем сразу куда-то прыгнуть, как на Intel, это делается в одну операцию. У нас это делается в две операции. То есть подготавливается переход, подгружаются кэши процессора, чтобы этот переход осуществить, ну, и, собственно, только потом у нас делается сам прыжок. Что получилось после всего этого? Ну, такое тоже. На некоторых тестах видимое ускорение, то есть там порядка 30% в среднем. Ну вот можно там заметить такой пик. Ну, я тут не рассказал еще одной вещи, что мы на самом деле поддержали инкрементальный сборщик мусора во время всей этой работы. То есть если вы знаете, что это такое, то вам хорошо. Если нет, ну, возможно, потом мы на этот вопрос ответим. Вот. Останавливаться на достигнутом, конечно же, мы не собирались. Ну и захватить мир с бейзлайном не получится. Поэтому решили, ну давайте-ка мы сделаем эту айонную пушку. Собственно, айонная пушка — это программисты, которые писали Spider-Monkey, они так называют свой оптимизирующий компилятор. Что он из себя представляет? Вот ваш код JavaScript пришел, значит, исполняться. То есть сначала исполняется на интерпретаторе, как-то разогрелся, начал исполняться на уже скомпилированный код, и этот скомпилированный код, он собирает информацию о типах, которые у вас в программе присутствуют. Он эту информацию о типах собрал, решил, ага, эта функция, она достаточно такая горячая, почему бы не скомпилировать ее, ну, получше. То есть он берет байт-код, берет информацию о типах, которые он насобирал за все это время, и строит на основе этого такое высокоуровневое представление компилятора. То есть это такой, можно сказать, граф из операций, но еще пока что высокоуровневый. На этом графе он может проводить некоторые оптимизации высокоуровневые, допустим, там loop unrolling, там dead code elimination, global value numbering, ну и какие-то еще. То есть вы можете, в принципе, про все эти оптимизации в интернете почитать, ну и дальше он, собственно, после всего этого дела создает уже более низкоуровневое представление, которое описывает уже машинные команды. То есть на Intel там move, там load и все такое. Распределяет регистры, чтобы, ну, которые будут использоваться этими командами. Ну и, собственно, генерирует уже сам код бинарный, который будет исполняться. Какая здесь проблема? Как говорилось, на Эльбрусе много регистров, команды большие, поэтому нам нужен свой планировщик команд, который будет эти команды, которые вы нагенерили, запихивать в один вот бандл. Ну и, собственно, регистр-аллокатор, который будет нашу кучу регистров давать коду, чтобы они эффективно, как бы, чтобы ваш код эффективно исполнялся. Но отсюда, собственно, вытекает два пункта, что нужно свое низкоуровневое представление и нужен свой кодогенератор. Что мы решили тут делать? Ну, у нас такая команда уже с опытом, можно сказать. Java мы портировали на Эльбрус, и Java, JavaScript, да, похожие названия, в принципе. Куда деваться? Ну, давайте-ка мы переиспользуем свой опыт из Java и засунем библиотеку, которую мы в Java используем для генерации кода. Ну, засунули, собственно, отлично вообще, здорово. Называется она Tango, исторически так сложилось, не могу сказать почему. Вот, что в эту библиотеку, по сути, входит? То есть мы получаем сразу планировщик команд, получаем регистр-аллокатор и все возможные низкоуровневые оптимизации, которые для Java у нас уже были реализованы. То есть и в конверсии, про которую Дима говорил, loop unrolling, поддержка архитектурно-циклов железная. Ну и, собственно, следующим шагом у нас является что? Вот это высокоуровневое представление нам нужно перевести в Tango. Этот шаг мы называем, так сказать, селектором. Ну и тут возникает такая проблема. Вот это наше низкоуровневое представление, оно достаточно сильно похоже на ассемблер. То есть его достаточно сложно поддерживать и отлаживать. Вот. Поэтому у нас, ну, такие некоторые мысли появляются насчет того, а как же, собственно, компилятор внутри должен выглядеть. Ну и наши мысли, они, мы не одни так думаем, собственно. Некоторые люди тоже так думают. Ну и Mozilla вот надумала такую вещь, как Holy JIT. Не знаю, в честь чего они назвали ее Holy, возможно, какое-то совпадение, ну, непонятно. Ну или написать там свой язык для перевода, собственно, из такого высокоуровня в низкоуровень. Ну, непонятно, что лучше, ну, ладно. Собственно, на этом моя часть доклада заканчивается. Ну, а Дима вам расскажет, что происходит тогда, когда оптимизирующий компилятор перестарался при оптимизации вашего JavaScript-кода. Раз, раз. Так, ну, собственно,
процесс, который, вот, собственно, оптимизация, да, когда мы компилируем код, он нагревается, мы дальше его компилируем, он нагревается и так дальше, он на самом деле очень жадный. Вот. Это означает то, что, что мы сейчас посмотрим на этом примере. Вот у нас, допустим, есть функция foo, которая вот делает просто сложение своих аргументов. И дальше есть функция doSumStuff, которая ничего не делает, просто 1100 раз вызывает эту функцию foo и печатает результат. Вот, и в конце мы вызываем эту doSumStuff со строчкой и вызываем ее от объекта, который мы тут же создаем. Вот все это мы будем запускать, чтобы посмотреть из JS-шелла, который поставляется вместе с Mozilla, с ключами bailout script и отключим параллельную компиляцию. То есть JavaScript умеет параллельно компилироваться, мы отключим это дело, чтобы было все чисто. Вот, запустим мы это все дело и увидим вот такие строчки. То есть видим, что в какой-то момент вывода строки holy.js мы скомпилировали этот скрипт, да, который был в пятой строчке, заинлайнили ту функцию, которая находилась в первой строчке, с уровнем оптимизации нормальным, там с вармап-каунтером 1100. Немного поисполнялись, и затем такая строчка называется took bailout. То есть мы катапультируемся почему-то. Вот дальше начинаем исполнять, собственно, свой код. Вот, может быть, кто-нибудь знает, почему такое случилось? Вот. Это связано с так называемой деоптимизацией. Вот. То есть, когда компилятор видит наш код, вот, то он оптимизирует его достаточно агрессивно и жадно. Вот. Это означает, что как только нам пришла 1100 раз строка, компилятор думает, блин, 1100 раз была одна строка. Я скомпилирую этот код так, чтобы он работал только со строками. Он реализует foo-only-str, такую функцию, которая работает только за строками. А для всех остальных случаев он ставит проверку. Если пришла не строка, то, наверное, все плохо. Вот. И если вы на эту проверку наступите, то весь ваш оптимизированный код выкинется, и вы перейдете в менее оптимизированный код компилятора. И дальше потом опять разогреетесь и будете опять компилировать. Вот, соответственно, как это все работает? Это вносит небольшой оверхед в вашу программу постоянный. Есть уже статьи, которые описывают, собственно, сколько этот оверхед вам дает. Реализовано это следующим образом. У вас есть вот высокоуровневое представление, про которое говорил Владимир. Это называется вот basic блоки. Это блок, собственно, в котором есть инструкции, которые будут исполняться, высокоуровневые. Серым отмечены инструкции, которые просто компилятор взял просто и выкинул, которые не нужны. И мы должны с помощью этого катапультирования перейти в менее оптимизирующий компилятор, который ожидает, что все будет на стеке хорошо. Вот, то есть все выложено так, как будто бы он и исполнялся все это время. Вот, собственно, для этого в Mozilla существуют так называемые resume pointы. Это как вот в видеоиграх точки сохранения. То есть последняя точка, когда я сохранился. И мы должны до этой точки прыгнуть. В них сохраняются все те операнды, которые нужны и которые живые на этот момент для восстановления baseline фреймов. Соответственно, одних их недостаточно, поэтому мы должны получить еще и в рантайме информацию о том, где же эти операнды, собственно, лежат. То есть мы проходим через фазу лаверинга, потом регистр локатора и получаем снапшот. То есть снимок от resume point, где все эти операнды лежат. Они могут лежать на регистрах, могут лежать в константной области памяти, могут лежать где-то на стеке по смещению. Дальше, используя эту информацию, мы восстанавливаем, собственно, сам baseline frame. Вот как это все выглядит в рантайме. То есть вот вы начинаете исполняться от объекта и понимаете, что это у вас проверка, которая была раньше, она сработала. Соответственно, вы должны на x86 сдампать все регистры, вот. Затем собрать ту информацию, которая нужна из этих регистров, затем вызвать, значит, C, создать в куче информацию об этих вот фреймах, туда все это сделать, положить все правильно, затем все это вызвать еще один стаб, скопировать, освободить все ресурсы и затем прыгнуть на тот байткод, которым вы, собственно, зафейлились. Вот. Или прыгнуть на type-monitor, если вы были посреди инлайн-кэша. Вот. Понятно, что для Litbus эта схема не подходит, потому что одна функция соответствует нескольким фреймам. Мы видели, потому что есть инлайнинг. И мы должны воссоздать не один фрейм, а несколько. В связи с этим вот такая монструозная схема для Эльбруса. Получается, у нас есть промежуточный деоптимизационный стаб, который воссоздает всю эту информацию на чейн-стеке. Довольно интересным образом он рекурсивно вызывает сам себя n раз, затем вызывает системный вызов, который подменяет все эти DSA возвратов, восстанавливает все это дело и затем прыгает. Вот, так что если вы пишете код, который очень часто использует деоптимизацию, допустим, пишете какой-нибудь forEach, который там виртуальные вызовы вызывает очень часто, и эти типы часто меняются, то, скорее всего, на Эльбрусе у вас будет работать очень долго. Вот, собственно, так обрабатывается деоптимизация на Эльбрусе. Вот, и что мы получаем
в итоге на нашем Айоне. Айон пока что еще находится в разработке, но уже поддерживает несколько бенчмарков, на которых он может компилировать все остальные, ну, большинство функций. Видим, что вот на бенчмарке Крипто, на бенчмарке Ричардс, на бенчмарке Early Boyer, вот на Navier Stokes, на таких численных бенчмарках он уже показывает четырехкратное ускорение относительно предыдущего компилятора, вот, что является довольно неплохим. Вот, ну и также мы продолжаем внедрять в него всякие разные вещи. Подытаживая наш доклад, собственно, что вы узнали сегодня? Что есть на самом деле браузер, кроме Chrome, это Firefox. Вот, что в нем есть SpiderMonkey, есть V8 и Node, и все это есть на Эльбрусе. Вот, что портирование достаточно несложный процесс, который легко можно понять и выполнить достаточно небольшой командой. Вот, такие же, также вы узнали про подводные камни портирования. Это исключения, деоптимизации, медленная работа стабов, то есть никогда не нужно вызывать много рантайма и так далее. Вот, спасибо за внимание. Это список наших авторов, кто все принимал участие как-то в разработке JS-движков. И вопросы, наверное. Здравствуйте, спасибо за доклад. Можете вернуть, пожалуйста, слайд, где деоптимизация на x86 была? И еще чуть-чуть раньше, наверное. Предыдущий слайд. Да. Я правильно понял, что при деоптимизации возврат в неоптимизированную функцию происходит в ту позицию, где произошла деоптимизация? То есть если в середине функции прошла деоптимизация, то начало функции не выполняет больше? Да. В чем проблема? Допустим, у нас есть функция, и в ней есть цикл, который крутится уже секунд 10. И вот в конце цикла у вас попала деоптимизация, прямо вот на 9 секунде. И вам будет очень обидно возвращаться в начало функции. Поэтому мы, resume point ставится как раз на backbranch этого цикла. И в конце этого цикла, собственно, у вас будет resume point, на который вы вернетесь и начнете исполнять с бейзлайна уже именно с этого момента. А все предыдущее вычисление, оно сохранится в состоянии машины и будет успешно восстановлено в бейзлайне. Это так и, ну, не только на Эльбрусе, и на x86? Да, 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 конечно. Так везде. Спасибо. И второй у меня вопрос был где-то в начале, когда были различия между архитектурами. Вы сказали про спекулятивное выполнение. Я учу. То есть на Эльбрусе нет неявной спекуляции, да? Да, то есть на Эльбрусе компилятор заранее говорит, как код будет исполняться. То есть в этом случае, то есть на компилятор ложится очень большая работа. То есть таких уязвимостей, как Meltdown, Spectre на Эльбрусе, в принципе, невозможно? Нет, ну и к тому же, как говорилось, уже защищенные 3 стека, то есть никакие адреса возвратов вы руками подменить не сможете. Спасибо. Здравствуйте. Такой вопрос. А что же происходит с поддержкой логики исключений на других языках? То есть на Эльбрусе они также будут работать медленно, и вся эта кухня с кучей вызовов и так далее? Ну, здесь есть камень, такая палка о двух концах. Во-первых, да, медленно. Второе. Зачем нам оптимизировать исключения? Это довольно очень редкая операция в вашей программе, когда вам реально нужно что-то там поделать исключениями. Вот, то есть если у вас случилось исключение, ну как бы и ладно. Ну потормозите там на 30 миллисекунд больше, ну ладно. Вот. Мы задумывались над тем, как это можно было оптимизировать, но пока что самое оптимальное решение, которое мы задумались, это вот такое. Спасибо. Вот. Спасибо за доклад. Я правильно понимаю, что вот этот слайд, который сейчас про спекуляцию, невозможен на Intel в принципе? То есть тут же зависимое чтение ведь нарисовано. Мы проверяем сначала А, потом из нее какое-то свойство достаем. Dependent load на Intel возможен? Нет. И аналогичный вопрос, возможно ли зависимое чтение спекулятивное на Эльбрусе? То есть действительно ли мы можем одновременно читать свойства из a.bar и одновременно проверять само a на null? Да, это так. То есть, ну, по сути, там так и делается, по-моему, ну, тут нет кода. А Intel? То есть вот как бы вот оба вопроса можно?
По-моему, на Intel так нельзя. То есть здесь именно суть в том, то, что вот мы прочитали что-то из нала, но мы за счет спекулятивности мы откладываем обработку этого исключения до того момента, пока у нас не придет операция, которая будет не спекулятивная. То есть вот эта цепочка, допустим, let b равно a bar, она может раскручиваться там на километр. То есть мы можем загружать дальше у b что-то, и пока у нас не произойдет не спекулятивная операция, мы про исключение ничего не узнаем. Я, наверное, добавлю, с большой силой приходит большая ответственность. На Эльбрусе на уровне компилятора вы можете сказать архитектуре вот все, что угодно можно сделать. На Intel вы должны полагаться на то, что там есть out-of-order буфер, который сам там dependent load может понять, может не понять, а на Эльбрусе вы говорите, я хочу читать вот так и никак иначе. Это будет спекулятивно. Вешайте флаг, все, исполняется. Вот. Ребята, у меня такой интересный вопрос. Возьмем языки JS, PHP, Go, все они пытаются гонять Low Intermediate Representation код самостоятельно, машинный код, но никто из них не использует LLVM. Я до сих пор это не могу понять. Вы можете это как-то объяснить? Потому что, к примеру, у вас задача использовать Эльбрус, вы что делаете? Вы форкаете полностью проект, пишете свои интризики, пишете MASM, но вместо того, чтобы попросить Google, давайте используем LLVM, в котором уже есть регистр, аллокатор, куча оптимизаций, просто достаточно добавить архитектуру, и если бы все проекты использовали базу инфраструктуры LLVM, мы получили просто никакого дедлока от форка. А тут мы получаем какой-то ад, который никогда не кончится, и создатели языков продолжают это творить и творить. Им всем интересно писать интризики, всем интересно писать низкоуровневый код. Вы можете как-то это попробовать объяснить, в чем их не смысл? А вам повезло, я точно знаю ответ на этот вопрос. У Эльбруса есть LLVM backend. Вот. И мы, более того, первая реализация Java как раз была реализована через LLVM backend. Есть там форк там, специального JIT-компилятора, который работает через LLVM. По нашему опыту, LLVM никак не годится для динамических языков. Нет поддержки на уровне вот этого биткода для GC, каких-то там, типа там сложных каких-то манипуляций, вот этим вот с генерацией этих рутов, там вот с этим всем. И насколько я знаю, IBM сейчас идет в этом направлении, создает LLVM только для динамических языков. И тогда мы сможем типа просто и там, за нулевую стоимость быстро делать бэкэнды для всех языков. Потому что JIT-ы, они очень похожи, они почти все плюс-минус одинаковые, только отличаются высокоуровневой оптимизацией. И еще один вопрос касательно архитектуры Эльбруса, который нигде не поясняется, но он очень звучит так. Постоянно нужно совершать какие-то прыжки, и постоянно нужно компилятору участвовать в жизни процессора и писать, сколько тактов ему нужно пропустить. Вы можете для простого человека объяснить это, чем это обусловливается? Я понимаю, что суперскаляр, есть куча процессоров, это не x86, это намного сложнее, но почему приходится пропускать такты и четко сообщать об этом процессору? Не, ну это не обязательно, как я сказал, то есть процессор сам может это делать, но вот это количество тактов, которые он будет ожидать сам, оно ну, может в разы отличаться от того, которое мы руками поставим. Ну, то есть не руками, конечно, а сердцами компилятора. То есть на компиляторе очень большая работа лежит именно потому, что компилятор должен генерировать код, который будет исполняться очень хорошо. А это связано с тем, что очень огроменный конвейер и огроменное количество процессоров? Или с чем? Почему он не может предугадать вот этот вопрос? Ну, он облегчает. Эльбрус, он специально так создан, что как можно проще, собственно, он был устроен на уровне железа, чтобы его можно было проще производить, чтобы он потреблял меньше электроэнергии. То есть мы потратили, так, грубо говоря, совсем как можно больше энергии на то, чтобы код скомпилять хорошо, но потом он исполняется уже с меньшими тратами. Спасибо большое. Еще вопрос? Спасибо. Спасибо большое за ваш доклад. У меня, возможно, небольшой глупый вопрос. А можно ли как-то остудить разогретый код для более точных, вот как бы тестов? И нужно ли это делать? Так, вопрос про типа там разогреть, охладить код. Нужно ли это? Ответ нет. Скорее всего, лучше довериться компиляторщикам, которые точно знают, когда уж код разогревается. Насильственно можно очень легко остудить код на Mozilla. Есть просто одна инструкция, по-моему, vis. Просто пишите vis фигурная скобка в своем коде, и Ion отказывается компилировать ваш код, и вы проваливаетесь более низкий уровень. В V8 есть перформанс-киллеры, вставляете их. И... А может быть, есть какие-то флаги или
что-то с операционной системой можно сделать. Ну, скажем, я делаю бенчмарк и хочу сделать красивые графики. Но я понимаю, что если я там еще раз буду этот код запускать, то он уже разогретый, возможно, не ошибаюсь, конечно, то вот чтобы он не был разогретым при следующем тесте, есть какие-то еще варианты? Можете отключить просто компилятор. Вот в браузере можно в about.config пойти, и прям там есть все ручки, с помощью которых вы можете управлять компилятором. Вот, вы можете просто поставить disable на ion или disable на crankshaft или там turbofan. А в Node.js? Ну, в Node.js все те же самые флаги есть. А, окей, спасибо. Да. Здравствуйте, спасибо за интересный доклад. А можно последний слайд, где были графики? Там третий, по-моему, с конца он. Да, вот это. Я правильно понимаю, что здесь приведены графики только для Эльбруса? Да. А вот касательно этих графиков по отношению с x86? А, ну их нету пока что, потому что у нас на стадии разработки еще он находится. Ну, порядок цифр какой-нибудь можете привести? Потому что вначале вы говорили, что как бы там все плохо, то есть там в 7 раз разрыв по скорости получается. А вот касательно уже вот этой стадии, то есть сколько там получается разница между x86 и Эльбрусом? Так, ну, я, пожалуй, не отвечу так сходу на этот вопрос. То есть нужно было бы провести, на самом деле, замеры. Да, это, возможно, было бы интересно. Ну, окей. Да. Не, как я полагаю, то есть будет примерно те же самые порядки. То есть эти 7 раз от них никуда пока не деться, потому что мы отстаем по тактовой частоте. Вот, к нам уже приехала новая машина для тестов. Мы пока что ее еще не поставили. То есть там уже будет 1400 МГц. И второй маленький вопрос. А можете вкратце озвучить планы, то есть как вы будете дальше оптимизировать? То есть, ну, 7 раз это как бы слишком много, мне кажется. Спасибо. По планам сложно сказать. Вот именно по оптимизации, допустим, бейзлайна, он не предполагает на самом деле каких-то серьезных оптимизаций, потому что это такой легкий компилятор, и его задача, она в основном состоит в том, чтобы быстро скомпилировать ваш код, хотя бы как-то, чтобы это было быстрее, чем на интерпретаторе, чтобы он там избавиться от лишних прыжков, которые на Эльбрусе еще хуже, чем на Intel, оказывают влияние. Ну и, собственно, возможно, мы еще что-то придумаем, да, то есть, например, одно из таких оптимизаций для Java это был темплейтный интерпретатор, то есть, когда несколько байт-кодов соединяются, по сути, в один. Ну и в рамках вот этих нескольких байт-кодов, можно их эффективнее на Эльбрусе выполнить. То есть, возможно, что-то такое будет сделано, но все зависит, на самом деле, немножко не совсем от нас, а от тех, кто просит от нас вот, непосредственно эту работу. Есть ли возможность выполнить свои замеры на Эльбрус-машине и посмотреть, как оно будет на своем приложении на этом компиляторе? Ну, насколько я знаю, на Хабре там уже достаточно много есть статей про Эльбрус, и некоторые люди даже предлагают как раз вот то, что вы хотите. Но боюсь, что с JavaScript-овыми движками это пока не получится. Если только, я не знаю, при каких условиях. Нет, можно приехать в Новосибирск. А, можете в Новосибирск приехать, да, к нам. Мы в гости сходить. Откроем вам комнату с Эльбрусами. Вы можете сделать с ним все, что захотите. Я понял. А инструменты для анализа производительности, то есть узнать, в каком месте оно тормозит, это на глаз или что-то есть? Dprof, профайлеры, перф есть, линуксовые все. А, то есть линуксовые средства все работают, и они показывают, где там задержку забыли поставить. Да, в какой строчке кода, да, там. То есть даже можно посмотреть, грубо говоря, сколько там у вас задержек конвейера было. Ну и если там немножко поприседать, понять, в каком месте кода это происходило. Есть ли еще вопросы? Будьте добры, слайд про ion de-optimization. Там такая конверсия, lowering register calculation. Вот эти фазы, которые слева внизу, они на этапе компиляции или на этапе ротайма происходят? На этапе компиляции. А, то есть мы на этапе компиляции вставляем какие-то карты, и потом уже их используем, и перекомпиляция в рантайме не происходит? Повторить еще раз, не понял. Ну, то есть мы register allocation в рантайме не выполняем еще раз для того, чтобы понять, как нам деоптимизировать код. Да, конечно. Да. То есть довольно интересная статья в этом году вышла, которая, как говорит, оверхед на деоптимизацию. То есть на хранение этих вот карт довольно много уходит. Там есть разные приседания, как кодировать этот снапшот, который хранится в рантайме. И он занимает, отжирает прямо большую область памяти. И есть направление в том, как бы это элиминировать. Если вы можете доказать, что у вас не будет деоптимизации в коде, можете отключить, и все будет летать. Или нет.
Еще вопросы? Окей, тогда давайте поблагодарим докладчиков. И вы сможете словить их в дискуссионной зоне.